Участники 4-й конференции российских соотечественников, проживающих в Китайской Народной Республике, приняли программу по восстановлению памятников российского исторического присутствия на северо-востоке Китая. В документе приведен перечень 7 объектов, расположенных в китайских городах Харбин, Шэньян и Далян. В Харбине планируется провести реставрационные работы единственного действующего в городе Покровского храма, а также Свято-Иверского храма. И в Шэньяне также планируется провести восстановительные работы у Поклонного креста, где в 1904 году прошли ожесточенные бои между российскими и японскими войсками. Организаторами конференции выступали Координационный совет соотечественников в Китае, Федеральное агентство Россотрудничества, Российское посольство в Китайской Народной Республике, Генеральное консульство Российской Федерации в Шэньяне, а также Российский культурный центр в Пекине и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.